Народ, мне этот кумок. Женька полная тушь. Гамнинны, Галина Ивановна. А вот гмо, Галина Игом. Сахам тури. Во, Аргентина. А, го, мишай, го, он тринын, не грохоста, он инны. Гм. Гм. Ксения Игом. Ксения. Гм, Вася Игом. Гм, Света, гм. Айгам. Гм, Марина. Гм, Лариса Игом. Владислава. Ся хочем. Гм, Володя Игом. Гм, Екатерина, гм. 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 Гм, Ирайгам. Я нотам баю. Мне шим сам. Гм, я нот. Сакате вечера. Хора тур. Кысау, ша, тасапас. Шкын, тасапаскын. Тел, эс. Уес, тел эс. Вашин кахонат. Вашин пана жемпетет. Сахан цил. Месен? Екатерина. Ага. Катерина. Не. Не. Тейне. Вье. Нану вье. У. Ипан. Ны. Ипан. Ре. Прер. Вытрыл. 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 Вытрыл.
Витрей хорошо. Витрей красиво. Ага. Киква, 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 киквато, киквато. Цьол, цьол, цьтос, ось, ось, тос, ось. Идет четвертый знак, и тос, тос, тос. Киква, киквато. Ага. Кичав, кичав, кичав. Кичав, 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 кичавана. 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 Ся. 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 Или ля, ля. Ся. 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 Таля. Тасяпа. Эй. Гын. Жгын. 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 Таля пал. Таша пашка. Таша пашка. Тив, тив. Тев. Тев, тев, тев. Тев я. Тев аш. Тевес. Въел. Веш. Веш. Аш. Веш. Веш. Тев. Ага. Вечен какво над... И в тигурок корабль нет на тенете. Минкви вас тенете жир. Какие блюда мы знаем, Михаил Антонович? Пашкин, Кватос, Ксавина, Рорат. Ага. Нежак. Пререм, Унт. Ага. Нина. Ага. Кватос, Теуаш, Пререм, Кюхет, Эрат. Вечеринка, Лариса Сергей. Хорапат. Эре. Кынмас. Хорапат. Эре. Отварной мяс. Ага. Нануе. Нануе. Сушеный мяс. Кыкватош. Кыкватош. Сушеное мясо. Теоэш. Телеш. Юкала. Апан. Апан. Кимчет. Кимчет. Сук кровяно. Вытрешкрэш. Вытрешкрэш. Кашица из зелени. Прэр. Прэр. Гостинец из толченого мяса. Ксавена. Ксавена. Печеный халюс. Таша. Прошапа. Бульон из толченых костей. Ты кого, сисек? Ниси. Ренут ретитик ниакан. Хорапат каверты. Ренут ниакан ретитик. Хорапат. Хорапат. Мясо. А ну мы с этой вот плитковатым хорапат. Итак, мы. Ай, эй, 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 э
Шапка, да? И такая, не на яморы, да? Мы должны мать. Возьми, как он это цвета. Рититик. 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 Ни. А я кыш. То есть мы не используем, да, шапку. И. Чтобы сварить мясо. И. А ведь тело чаю спасти. Глаголы. Вот на два глагола. Нынью нелкань. Михаил, как твой, вот он, мы считаем. Ну, кастрюлю ставят или подвешивают. И
Нынпақын көкені. Көкені нынпақын пен елшік. Көкені кастрюлю подвешивают на костру. На костру. И нынрамауқын. Нынрамауқын. Ал нынрамауқын танымай. Нарезар. Светчика, да? Нынрамауқын. Нынрамауқын. И мы омолы. Нынрамауқын. Айну. Нынрамауқын. И Владислав. Нынрамауқын. Кейтичка. И там предложение. Там имеет. А, ну, нарезать мясо. Мясо, да? Нынрамауқын. Рэкхэ. Нынрамауқын ваша. Марина, нынрамауқын ваша. Нынрамауқын валапа. И, хайло. Ксения. Нынрамауқын ваша. Ваша. И, Светочка. Нынрамауқын ваша. И, Василий. Нынрамауқын ваша. И, Валентина. Нынрамауқын ваша. И, нынрамауқын Рақат түнік. Нынрамауқын қамат түнік. Нина. Нынрамауқын қамат күнік. Қамат күнік. И Ларис Сергеймін. Нынрамауқын қамат күнік. Қанепі таңын үшкәттің. Нынрамауқын, то есть, нарезают на деревянном блюде. И ножом. И ножом. Типон. Теоаш. Теоаш. И я вот нырцоқын қорыны минаймен қайнатым. Сыңы. Сама нинады пау қайнат. Гамбыт бұл. Яс. И. Чоттан неме. И. Мин күріні тейкі қайнат. Нану ен күкват осын. Теоаш. На нуе кватош теуэш. На нып аук. И на нып аук. Хайва. На нип. Я на нып аук. Я на нып аук. И мы это предложение Михаилом Томович. На нуе кватош теуэш. Я нор нимех. На нып аук. На нып аук. На нып аук. Мы не можем комплектировать. Сейчас на него
Руки тянем к потолку, будь так солнышко цветок. Подтягивание руки вверх. Мы попрыгаем. А мы попрыгаем немного и пройдем по, пройдемся по дороге. За столы. За столы садимся дружно. Нам теперь учиться нужно. И пан. Тиуже. Тиуже. Мутпа. Термосе плати. Тиуже. 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 Тиуже тет ния. Тиуже тет ния. Выпакен на мином. Выпакен на мином. Добавляй корень. Вот трэш-хрэш. Вот трэш-хрэш.
Вот он, вот это, вот он. Айну. А вот это листья ивы, так, а это мать и мачеха, а это вот сип, это по-русски не помню. А камнелом, конечно, помню, камнелом, конечно. Камнелом, и мы с Амаром, мы на два. Вот трех. Для приготовления травяной каши используют зелень. Для приготовления травяной каши, каши и зелени используют кровь. И вот трешкаты ньякан мэткам. Прэрэ. Самого вот канат. Прэрэ. Райну ты нияка на тейк. Прэрэм тейк нияка. Трэгэтэр. Муайну тэн. Нагапальса. Трэрэм тейк нияка. Трэгэтэр муайну тэн. И. Мать омбаны. Прэрэм тейк нияка. Трэгэтэр муайну тэн. И. Прэрэм тейк нияка. Гостиниц готовят из мяса, вот это мякоти, да? Мякоти. Из зада, да? И есть жир. Жир используется. И так вот. Пререм тейк ньякан нминан. Мы заморем. Пререм тейк ньякан нминан. Светлана. Пререм тейк ньякан нминан. И я посмотрю. Василий. Пререм тейк ньякан нминан. И тейк танис. Гостиниц. Гостиниц. Готовят. Из бульона. Гостиниц готовит костный мозг. Пререм тейк ньякан понты. Пререм тейк ньякан понты. Юрий Юрьевич. Пререм тейк ньякан понты. Понты. И танюшку. Используют печень.
печень я и Марина, а ты кто? Прера, тейкет. Тейкек. Тейкек. Ниявкен, понте. Прера, тейкек. Ниякен. Ксиме. Ксиме. А ты ма? Прера, тейкек. Ниякен. Ксиме. И Валентина. Прера, тейкек. Ниякен. Ксиме. И Михаил. Прера, тейкек. Ниякен. Ксиме. И Танимисты. Для приготовления гостинца используется почка. Почка. И ты кого? И. Для приготовления гостинца используется мякоть мяса, потом сало или жир, бульон, костный мозг, печень и почка. Почка. И ксавена. Ксавена. Цепля. Ксавена. Вот как два. Ксавен. Ксав. Ножатка. Рехак. Ксав. Ножатка. И. Ножатка. Пеньёшек. 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 Ксав. Бульон из молотых костей готовим из толченых костей оленя, из мяса оленя на бульоне с добавлением снега, который называется кирэш, для того, чтобы Yeah.
Мыс омой, да, Михаил Антонович. Тазак, РПМ специальный каменный молоток, а эшкеркой, который, наверное, передается поколение в поколение, круглый камень с выбонькой, на нем долго чего. И Василий, красивый театр. Тас. Тас, тейкер, не так всякое. И, не так всякое. И, не так всякое. Не так всякое. И, тьмы. И, тьмы. И, каэмы. Так всякое. Не яркое, така мы ёшки. И тасяк не яркен, рыпен. Рыпен, и тасяк не яркен, из гыку. И тася пальма. Тася пальма. Тася пальма. Тася пальма. Ныны гып дохен рэнут. Тася пальма. Ныны гып дохен рэнут. И Лариса Сергеевна. Таша пальма, на ногу хелкин таша. И Валентина. Таша пальма, на ногу хелкин таша. Таша пальма, Михаил Антонович. Таша пальма, на ногу хелкин таша. И ну-ка там немножко. Таша пальма, ну-ка наготовит из мелкодробленых костей, использует таша пальма. Таша пальма, не шумен, не рисен. И, Харахан. Таша пальма, не шумен, не рисен. Лариса Ильина, вот там, как мы там имелись. Во время приготовления ташапата, специального блюда, варят массу из толченых костей оленя. Во время приготовления ташапата добавляют снег. И во время приготовления ташапата, на том же в конце, добавляют мясо. Таша пашин.
Вот она подсказка. Шауэна. Чему мы? Балы. Пешкарес. Валентина. Тау, эй? И. Тау, ось вам. Тэнгет. А, мыс это тэнгет. Хареш? Чему я? Ай. На ноги, да? Это на пререн. Пререн. И как кимсес. И. Сама Ксалена. И. Владислав. Гумнан. Гумнан. Гайман. Третий. Там мышь от. Ага, харакан. Мышь ома. И. Ora pater manum ye perquatos teres quamen ince vult preceres prerem salena pasa pas. Taino ki ritzik. Gumnan ki tangam sasato si tic. So ora enten. Ni yo sancha mati fei. Очередной урок, который в очередной раз мне, конечно, понравился, но был детальный разбор урока даст наш эксперт, наш консультант Лариса Сергеевна. Ну, а я вот, когда посмотрел урок Карины Ивановны, еще раз пришел к выводу, что проект Ветхова просто великолепен. Проект, который предложил Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки, родился из него проект 2, и теперь, думаю, родится проект 3. Потому что настолько он увлекателен, когда приходишь домой и ждешь ожидания второго дня, когда будет следующий урок. Ну и самое главное, то, что мы делаем фундамент для сохранения нашего языка. Я бы хотела сказать, что огромное спасибо Галине Ивановне за ее такое ответственное мероприятие, потому что это нужно было время для того, чтобы подготовиться. И мне чрезвычайно приятно, что я тоже имею дело отношение к созданию такого урока в этом проекте. И надо сказать, что в этом году, чтобы не сглазить, как-то все на таком подъеме делается и достаточно легко. А с Галиной Ивановной в этом году мы буквально раза два встретились для того, чтобы обсудить тему урока и как-то так его выстроить. Это очень такая самостоятельная работа, кропотливая работа. И главное, она такая, знаете, выходит из жизни, из той реальности, в которой мы живем. И самое главное, что все то, что дано как в языковом плане, методическом плане и, так скажем, в этнокультурном плане, весь материал, он имеет ценность, потому что действительно идет время неизбежно, и когда-нибудь те люди, которые пойдут за нами, они наверняка, когда захотят углубиться в данную тему, они непременно заглянут в эти материалы. Та информация, которая дана, она подтолкнет их к тому, чтобы к той мысли, что нельзя отрываться от тех традиций, и это нужно
развивать. Так что спасибо, Галина Ивановна. Мне было очень приятно работать. Ну и, конечно, у нас чудесная аудитория. Просто прекрасная аудитория. Люди, которые сюда приходят, они не просто приходят, они являются участниками этого процесса. Спасибо вам большое. Ну, я добавлю, что приятно, что наш московский гость интерес наш урок вызвал. Спасибо вам тоже. Спасибо нашему проекту, кто принимает участие в том, как его создать. И спасибо тем людям, которые воспламенились нашими идеями нашего проекта. И очень большое спасибо сказать Галине Ивановне за ее большой титанический труд, который она проводит с нами, и в детском доме тоже проводит большую. И это очень урок, очень познавательный. Спасибо. Ой, спасибо большое. Для меня сегодня был этот урок. Целый мир для меня открылся. Мир, ну, Чукотки, да, этого такого удивительного. Он очень красивый язык, так сложный. И вот это вот, ну, как вот выговаривают, это, может сказать, как скороговорки, да? И от этого только речь твоя становится звонче, ярче. И здесь в голове что-то такое происходит невероятное. Спасибо огромное. Огромное удовольствие. Прям вот чудо какое-то. Спасибо, что вы есть и что вы проводите такие уроки. Спасибо большое.